Привет, Трабл. Саламу алейку, ассаламу алейкум, братья и сестры, привет, Куском. Привет, лорд. Не знаю, нормально ли... Блин, вот тут вот не видно, к сожалению, вот так вот такое место. На светлую карту, на вторую картину мне не будет видно тут. Я взяла бэкграунд светлым, более прозрачным, может так лучше будет, не знаю. Золотой мальчик. Просто мне показалось, что худ немного съедает экранное пространство и как бы... Как мы с пароля вошел? Или спиздил у кого-то? Скорее спиздил. Можно пойти чай сделать, погулять, окончить институт, пока не тусуются. Ну да. Ну, на самом деле... Прошло все еще только 4 минуты. Они начали потихоньку собираться. Я Терс. Привет, Immortal. Нет, сидел не кэп. Какой кэп? Подождите. Какой я кэп? Я же не играю уже. О, приколы на ножках. О, у нас, оказывается, Трабл теперь вместо Флора. Ну, самого я имею в виду. Ай-яй-яй-яй. А на самом деле ничего не имею против. Давай, Трабл, тащи. Кстати, теперь... можно ли как-то отключить вот этот вот худ сбоку? Он мешает теперь. Вместо вот того, чтобы писать там код постоянно, добавили на сервере эту фигнюшку. Привет, дед. Передаю привет команде S7. Хорошо, сейчас. S7. Soul Thieves, да, Женя? Я же правильно говорю, да? Soul Thieves вроде. Да. Ладно, передам сейчас. Uno momento. Блин.
сап, нормально. С нами Гогорок, пох. Бог играет после Инсаныча. Так, это копы? Нормально. А у тебя ответы полетели, коллапс. Коллапс, иммортал. Боже, у меня иммортал и коллапс в голове — это одни и те же люди. Почему? Непонятно. У нас враг в команде. Ладно, пойду посрать. Что-то я не понимаю, а что с худом? Ну-ка. Почему у меня его не видно? Худ нормально видно? Я веду, у меня почему-то половина игроков не видно. Да нет, на стриме. Вроде нормально. А? Да, да, я ошиблась, да, такое бывает. Для меня многие игроки в Left 4 Dead похожи почему-то друг на друга. Как это взаимосвязано, непонятно. Команда у нас сегодня играют такие невероятно крутые мапы, как торговый центр и Last Stand. Вот. Я считаю это прям сильно. Так, Danger Kids пока одного им не хватает. И Soulfives тоже одного не хватает, но он заходит, этот нехватающий. Last Stand для бота. Да. Привет, здесь. Посмотрим, как играется турнир на Last Stand. Торговый центр довольно-таки скучный сам по себе, а вот Last Stand интересно, что там буду делать сырое. Есть же твоя заслуга в том, что они играют Last Stand. Так, мы молчим об этой истории, что я причастна к этому выбору. Мне кажется, меня потом у команды Danger Kids и Soulfies за углом будут поджидать и просто меня отпиздят ногами за то, что так получилось. Зачем ты ему показал? Дежавю? Почему дежавю? Будет это грустно. Я сидела, думала, блин, кого не хватает в команде Danger Kids, подумала об Эрудите, потом вспомнила. Привет. Да, конечно, можно Seven Days, потом Seven Bass. Привет, No Way. Да,
Так, ну, все еще не хватает Меджеркитс кого-то. Ну, вон этот Гагарок сидит в спеках, а еще кто? Кого у них там не хватает? Привет, Максис. Привет, Рипей. Там, кстати, я не писала в описании, потому что этот саб, так сказать, получился вот прям во время игры. Флора саба и Траблмейкер. Рипей новости. А Хэн сейчас что-нибудь писал, типа там рейди, не рейди? Ну, он говорил, что в четверг он рейди, только его нету. А, вот, теперь понятно, они ждут Хеннесси, но его нигде нет. Кого сабнуть? Ты не сможешь сабнуть. Семьё, пон. Жесткий пон. О, прошу прощения. А, лепота пошла. Хеннесси сильный 2 у нас. Я так понимаю, Хеннесси будут сейчас искать саб, скорее всего. Саб, значит, сейчас буду искать. Спасибо. Так, все, значит, и вместо Хеннесси тоже будет саб. Интересный, конечно, регламент у команд. То, что кто-то забывает об игре, не приходит, и саб приходится искать прямо в процессе. Короче, кстати, советую вам игру. Те, кто плохо играет, не играйте плохо. Те, кто тильтует, не тильтуйте. Те, кто волнуется, не волнуйтесь. Да, так ты не можешь сабнуть Хеннесси. Ну, ты же все еще в постоянном составе. Так что никак не получится. Ну, блядь, извините. Раньше в голову не приходило. Ну... Ну, типа, вы сами как будто не догадывались, почему все я должен. Можете пока чекнуть, где там всякие таблетки лежат, а не просто бегать. Оружие и так далее. Таблетки вот справа в комнате будут. Сенса 3-5. Вот тут вот. Вообще не представляю, что как будет. Я докатилась до такого момента, что моя сенса достигла 3,8, а DPI 600. Я раньше играла DPI 1200 и сенса, по-моему, выше 6. Собирайте ее. Флипси у нас будет. Окей, нормально. Посмотри, вся моя... Ну, не вся, а четверть моей команды будет играть эту игру. У нас же Хеннесси... Ай да молодцы, ай да молодцы, вот. Всё, люди вылетели, но все равно готовы играть. Это, да, а так вот. Я съел банан, я съела деда. Я могу понять, у него что-то серьезное случилось, но он дал добро, он сказал. Ну забыл, блядь, бывает. Ну, блядь, это уже который забыв. Я могу понять фармацепта, коллапса, который не отвечает, но не отвечает в личку мне. А тут полный игнор. Да, ну похуй. Стриж, да, стриж. Реакция уже не та. Все не то. А Флипси, он из той категории? Ну, по сайту там. Блядь, вроде бы да. На крайний случай, ну, у меня есть еще два человека такого же плюс-минус уровня. А, ну, значит, Флипси, да. Не, Флипси нормально играет, да, хорошо. Просто, ну, и в игру он заходит. Так, так как карта, вот эта карта довольно-таки светлая, я, наверное, худ все-таки вот таким сделаю пока что, потому что карта светлая. Блин.
а на третьей мапе я тогда бэкграунд сделаю светлее. Ты вебкам, можно приватку заказать? Нет. Сильный два, она же сильный. Тебе денег не хватит на приватку. Легенда была там? Или кто? Я не помню вообще состав. Ну, Клипси был, по-моему, да? Так он в замене был или в основном составе? Я не знаю, короче, похуй, запутали. Ну, значит, Клипси. МБ его можно будет просить. Ну, Клипси на предыдущем капе играл, он... Ну, плюс-минус нормально себя показал. Да нет, нормально. В любом случае, это лучше, чем с ботом играть. Хотя Хэнесси хорошо играл, но я вообще не видел в игре. Охуенное, охуенное сравнение, успокоил. Да блин, все лучше играет, ватал сухость. Хотя, Рунал, ты как, рейди готов? Не растерял сноровку? Скин, как тебе без Рубика? Кто? Как тебе без Эрудита? Бедный коллапс волнуется, как мы будем без Эрудита? Я так не думал. Вот так вот. Ну нет, типа наоборот, фул фокус и все. Я вижу сообщение на экране в чате, но я не вижу его в чате саму. И не высвечивается. Почему? Раньше были времена, а теперь мгновение. Поднимался раньше. Теперь давление. Надо бы, да. Правда жизни, ну. У него какие-то с лифтом траблы. Хеннесси был 2 недели назад в сети. Только что сказали мне. Ну, типа, у меня есть один игрок. Кто? Переключим мы без интереса сообщения. Да, у меня и так в чате, ну, обычно чат стоял неинтересное сообщение, пока не обновилась страницу, не появились сообщения. Забей. Понял. Да, лучше что бота. В ОБС я сообщений не вижу. Блин, теперь Дэвик. Что, теперь на Ютубе я не вижу сообщений. Вообще там с Ютубом были какие-то проблемы вчера, я видела. Вчера сервера упали, может, как бы до сих пор какие-то иногда проблемы. И у меня проблемы с головой, ну ладно, не важно. Так, команда Danger Kids, что решила в самом Хеннесси, я так и не поняла. Вроде бы собирались звать Клипси, Клипси не зашел. Вообще игра будет уже. Нет, у них все, да, у них 20 минут. А, будет Дэвик за место. Блять, короче, я уже не буду делать заявление, мне кажется, сейчас все-таки с ботом будем. Ладно. Обожаю вот этой сиськи, мне пока Бибас Китси собирается на игру. Я не пойму, в чем сложность за 5 минут, нет, за 10 минут до начала игры проверить готовность всех игроков. Вот заходит команда Danger Kids. У них как бы игрок ответил, что да, в четверг он ready, но когда это его спрашивали. И я так понимаю, в чате он так и не отписался. В чем была проблема за 10 минут там отметить, спросить, если не отвечают, ну все, чтобы сейчас 20 минут просто так не сидеть, мять сиськи. Было хоть одна игра вовремя. Ну я все, помню, наши игры там, ну, с моей командой собирались рейтинг, довольно-таки быстро. Мы играли звон. Лазер заразу прописать не забудь. У меня луфта вылетает. Чё она у тебя вылетает? На букву R английского. Все готовы? Я ready прожимаю. Да, все ready.
фарм зомби на пару сыграют. Зомбик тоже разве в сабах? Что я такого не помню, что помню. Да, да, это зомблокарт. Ну, да, ну кстати, вот. Кто танк первый? Я помню, что собрались быстро довольно-таки без проблем. Мы пошли играть. Шестик, не хочешь танком первым сыграть? Все, значит, место Хеннесси в команде Dagger Kids Sub Дэвикс. Место Флора в команде Soul Thieves Troublemaker. Игра из Ливи, так сказать бы. Ну все, погнали. Играем в торговый центр вместе с Last Stand'ом. Открутить умеешь, кстати, кам? Ну, вперед. Да, хз, захожу, экран. Экрана нет, и просто сама выключается, в итоге другого с собой взяли. Блин, баломба. Тебе, наверное, придется переустановить LFDet, либо проверить кэш. Напоминаю о том, что здесь все минусы закрыты, ну, кроме, конечно же, балконов там, подальше. Когда нужно будет на них ходить, там только можно сминусить. И так, окна здесь, и вот тот самый стандартный минус, он закрыт. Здесь, я думаю, будет выгодно играть на дамаг, то есть гром с пита заблёв. Побежали две спиты, сатачили, ой, словили последнего, и это инкап. Его отнесли назад? Его отнесли не назад, а вперед, подальше. Хорош. И это минус. Танк не даст им пройти вперед. Отлично сыграно со стороны команды Dagger Kids. Отлично. Успел прорашить страйк. Убить грома, не дать убить. Кто это лег там? Опять я не вижу, кто это лег. Ник, в общем. Хорошо сориентировались, не растерялись. Молодцы, команда Soul Thieves. Ну, посмотрим, что здесь будет за азовское сиденье, так сказать бы. Танку сейчас выгодно просто бросать камушки, и можно будет попробовать заходить под атаку. Да, правильно говорит Хуракан, лучше ему спрыгнуть с крыши, не дать лут. Тем самым, отдав свой лут, он даст возможность сурвам прорашить и до второго танка, там уже и до убеги недалеко. Все, танк готовился заходить вместе с саппортом. Танк пушистик. Заходи, кстати, пушистик. Говоря, второй контроль. 7000 остается. Я думаю, он... Начинается мини, у нас какая-то атака. Громы не поймали. Происходит пиздамес. И танк умирает. Ну, два инкапа сделали. Не очень-то и сильно задамажили, в принципе, но... со стороны танка, так сказать, он сделал все возможное, сделал все правильно, хотя бы не отдал свой лут. Таким образом, сурвы у нас идут вперед и продвигаются к довольно-таки опасному месту. Так сказать, одному из минусовых мест. Посмотрим, будут минусы, нет. Минусы? Алло? Звоните в минусную. Тут забыли об этом. Но они молодцы, они просто успели прорашить, пока... Тикал респ, время респа, спауна. Кура готовится. Скурил, не получилось, что он там готовился. Все, забейте, минуса не будет. Хотя вот тут вот гром сейчас может какого-нибудь вынести. О, минус! Хорош, хорош, сильно, сильно. Молодец. Снизу можно будет еще минус сделать, кстати, в окна. Это был Хуракан, я так понимаю. Возможно, не получится. Хуракан сминусил. Траблмейкера, бедный. Трабл пришел на сап, его сминусили. Скажите этому грому, что минусов тут нет. Питбой. Доброе утро, здесь закрыты все минусы в окнах. Видимо, он был не в курсе. Ой-ой-ой, сейчас бы спиту сюда. Ой-ой-ой, хорошо, хорошо. Это big damage. Big damage команде Soul Thieves. Хорошо, хорошо. Дамажит команда Dagger Kids. Двое на ногах? Это что за прикол на ножку? Это сейчас может быть вайп. Если сырвы не начнут хотя бы, вот, молодец, хотя бы двое встали сами. Иначе бы просто как бы случился вайп неожиданный, непредвиденный. Ну и все, потихонечку, по-пожилому, по-пожилому.
идут вперед до лифта. Ну, правильно они сделали, да, пошли через огонь, задамажились, но огородили себя хотя бы от возможных минусов. Ой-ой-ой, это инкап. Рошелька, я так понимаю, не захотела проходить сквозь огонь, дамажиться. Все нормально, дамажили. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, если бы сейчас он попал в это окно, если бы это было возможно, это было бы, скорее всего, минус. Чё-то как-то Soulfix прям как-то что-то по-пожилому идут. Чем хромают, ползут просто. Нормально они задамажили их. Вот к чему привело, так сказать, недавание лута от танка. Их задамажили, у них уже нет аптек почти, ну там сколько, две аптеки, наверное, да, там 2-3 аптеки, и они без пилсов. Спускаются вниз и готовится атака на выход из лифта. Возможно, после Вички будет танк, возможно, прям сразу. Ну, скорее всего, учитывая, сколько сейчас ХП у серов, они не дойдут до убеги и не переживут второго танка. Только если сейчас зарашит, жестко зарашит на очки, хотя бы это будет для них. Сразу атаку, как двери откроются. Самый оптимальный вариант. Так, я пока комментировала, чат не читала. Сейчас я прокомментирую происходящее здесь в игре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, big damage снова. Два инкапа. Очень больно, им очень больно. Если бы... Вот там танк второй, он скоро появится. Как только они зайдут, по-моему, вот в эту комнату. Очень больно с Волфиксом. Но они молодцы, идут вперед. И вот эти вот, блин, огромные паузы между атаками, здесь бы так можно было бы раскатывать, не будь таких больших таймеров респа. Напугали Вичку, кстати говоря. Будут что-то делать с ним. Ой-ой-ой-ой. Она инкапнет сейчас тренера, это скин, по-моему, да? Убивает Вичку, хорош. Спита плюнула немного не туда, куда нужно было бы. Опять бэкдэмидж. Но они сливают Вичку. Сливают Вичку, молодцы. Потихонечку, помаленечку. С песочком после себя. Оставляю песочек после себя. Пыль. Они идут вперед. Появляется танк. Второй танк у нас битбой. Зачем битбой сделал здесь танка? Непонятно. Ой-ой-ой, промахивается панчем. Еще промахивается панчем. Это, по-моему, Квежик его разводит. Щищ. Щищ. Ёлки-голки. Скина, ну соберись. Как же Квежик его разводит на хиты? Это что такое было? Он как минимум сейчас 4-3 панча промахнулся по нему просто. Да. А мега лул просто. Гигачат на Квежиксе. Ультра-мега хорош. Ну и умирает команда Soulfix. В принципе, предсказуемо, ХП не было у них. И тем самым он приносит своей команде 413 поинтов. Так-то так. Но битбой жестко развели на панче тут. Просто лоханулся. Так, сейчас читаю чатик. Здравствуй, генерал. Боже мой, пожалуйста, хватит говорить. Этот мой старый ник. Ладно, здравствуйте, здравствуйте. Флипси, если что. Для того, что ты Флипси... Я поняла. Ну, кстати, по-моему, что-то похожее было у Шарлотты. Похоже, ник на ютубе. Что-то такое. Танк за туп нападет, но растерялся, может, молодой. Привет, легенда. Спасибо за пожелание хорошего стрима. Твой бывший Майдан. Привет, кстати, Слим. Да, убили моего тиммейта там. Так, кринж за Пижикса за двор. Андрес на танке. Кринж, ну, танк, может, как-то растерялся, я не знаю, что с ним было, но Квашекс его просто, блядь, развел как школьницу. Это было смешно. Ладно, все, начинает он из-за срывов команды Major Kids. Посмотрим, как они будут принимать атаки, дойдут ли они хотя бы до убеги. Как бы, и как будут заточить Soulfix.
Побежал Гром, не попал Гром, спита плюнула. Развели атаку, можно сказать. Осуждаем сравнение. Ладно. Осуждаем осуждение. Ой-о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 й, тренер в заблёве не увидел, что Рашиль как раз везде, и это имкап. Это имкап. Уходите, уходите. Не сказать, что они лучше встретили здесь атаку, но хотя бы Гром не отвез вперед от сурвов другого. Дэвикс, где? Подойди ко мне. Танк у нас Шайн. Тоже буду встречать его в этой комнате, это правильно. Это правильно. Закрыты все респы, так сказать бы, и... Хорошо, там залетает этот ребят, бумер. Сюда, это, кстати, мой тиммейт, траблмейкер. Учитесь. Правильно сказали о том, чтобы Байла на танке не кидать, потому что это только будет минус сурвам. Как только спадет заблёв с танка, эти бомжи побегут на сурвов. Кидает камушки, ой-ой-ой, хорош, инкапает Рошельку, и сейчас, пока один в инкапе, можно было бы попробовать зайти. Ой, он очень хорошо закидывает камни, отбой, не нужно заходить, пока он кидает эти камни. Ультра-мега хорош. Кто-то домашний танк. Кто-то домашний танк, но они просто боятся. А нет, Рошелька чуть-чуть пошла под пуш, но это, по-моему, по жопе ладошки танку. А вот тут сейчас станет проблема о том, что камень ударяется бомжа. По-моему, сейчас как раз камень ударился бомжа и просто сломался. Скорее всего, по-моему. Ой-ой-ой, Шайн. Шайн что-то растерял свои закрутки. Что-то пошли подпукали, подпушили немножечко. Что-то он все потерялся. Ориентир сбился закруток. Но у него второй контроль. Нужно заходить. В курсе ли он об этом? Ему нужно заходить. Второй контроль. Выбей табло, когда танк зайдет за X. Да он не зайдет, он будет сейчас тянуть. Ой, отлично, отлично, Гром хорош, ультра-мега хорош, восстанавливает контроль на Нике, которого вынесли, а это был коуч, сори, Ник. Пошли немножечко подпушить танка, но ему вообще плевать абсолютно, он просто спрятался с восстановившимся контролем, и все. Сбили немножечко стратегию Danger Kids. Мне кажется, они немножечко в смятении, совсем чуточку, и видите теперь, какая у них расстановка по карте. Им бы сейчас просто встать снова в эту комнату и тянуть контроль танка, все. Все отлично, наконец-то они собрались снова вместе, это было страшно. Танк снова пытается крутить камни. И снова он постепенно начинает терять контроль. Опа, хорош! Восстанавливает контроль. Танк в данной ситуации намного лучше. Фул, почти заблев. Танку Soul Thieves намного лучше, чем у Danger Kids здесь. Отлично, отлично. Тянут время. И снова попадают камнем. Как же он тянет время. Хорош танк. Хорош Шайн. Так, окошку нужно... отсюда выгнать, потом он мне выключит компьютер. Снова попадает камнем. Пиздец. Он будет, мне кажется, здесь до бесконечности тянуть время. А тем временем у Danger Kids так-то хп не резиновая. Вот. Ой, выносят Грома вперед. Ой-о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 й. Отлично, отлично. Это страйк у нас вынес Грома вперед. Nice, done. Nice job. Очень хорошо, очень хорошо. Сыгран команду Soul Thieves. Кошка бесится. И решили Danger Kids немножко пройти вперед, я так понимаю. Кошка, ты чего? Хорош.
Нет, кошка все. Да отходим, чего вы стоите, отходим. Ну, я считаю, что отходить здесь уже будет неправильно, пока они отойдут. А, все, Шайн умер, но... Отлично, отлично. Нет, кошка! Так, прошу прощения. Сейчас я кошку пойду вынесу. О, хись! Это мой прокол, из Диса не вышло. Кошку вынесу за дверь. Не из квартиры, не на улицу, нет. Почему-то именно в этот момент все решили... Ой-ой-ой-ой-ой. Была заявочка на минус, но не получилось. Все. Я думала, кто-то в скайпе звонит. Да, вот именно в этот момент решили все вспомнить обо мне и еще и позвонить. Комбачные звонят. Да, комбачные. Ну? А чё они мне звонят? Моя-то команда уже все без комбачной. Мне уже звонить не нужно. Не знаю, что здесь Гром пытался сделать. Я так понимаю, не все шли в курсе, что вот из этих окон уже минус никак не сделать. Видимо, не все в курсе. Да, поздно звонят, получается. Надо было раньше. Можешь включить меня. Непонятно, так от Хавака было. Зачем? Соло было тачить, хотя бы со спитой. В дуо можно было попробовать. Сзади, смотрите. Через огонь. И, кстати, доходят они без минусов хотя бы. И, в принципе, по-моему, поживее, чем Софикс. Что там случилось, я не услышала, пока сама говорила. Фармацевт, ты тут? А, фармацевт ГГ, ВП. Что-то там отключился дисконнект, так сказать бы. Смотрите, короче, сзади Гром меня бьет. Он меня не утащит, но, типа, будет сейчас дамаг наносить. Ну нам до лифта дойти, все, и там патроны будут снизу. Шестик, ты сейчас, грубо говоря, слева я тебя стою. На мое место вставай, как паузу сниму. И крови. Я тоже. Походу мут снялся на время турика. Двое не взяли аптеки. Этого, кстати, сообщения я не заметила сразу. Кек. Что с концентрацией у некоторых людей на турнире? Рассказывай что-нибудь. Не знаю, что рассказать по такого. А, все, зашел. Б. Фарм, ты тут? Он заходит, видимо. Да, он, видимо, в игру зашел. Стоп, мы аптеку забыли? Кто аптеку не взял в начале? Битбой. Они... Короче, потом расскажу. Чё-то... Они просто написали, что аптеку забыли, понял. Понял, стрим-снайпер. Стрим-снайперит кто-то, а потом докладывает командам. Мега осуждаю. Мега осуждаю. Ну, в принципе, ладно, какая разница, мы ж не на корову играем, правильно? Но неприятненький момент. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня дефибриллятор, сколько раз подается? Ты
Ты с помощью него сможешь, если что, встать. Это я знаю. Блять. Все, Рэдди, фармацевт тут. Возвращается фармацевт на родину. И игра снова стартует, слава тебе, господи. Гром загромил, фармацевт. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот эта пауза дала возможность минусить битбоя. Бля, ёбаная пауза. Да, по... второй минус. А вот до чего доводят ваши паузы, ребята. Вот до чего доводят. Относят назад тренера. Блять, полная растерянность после паузы. Вот так вот сначала шли все всемиром, бац, уже впятером, да? Как-то так. Отлично, отлично. Пивса сыграли у нас. Появился там. Да, ну конечно, точно. Не дают им пройти дальше. Больно, больно, больно. Теперь можно с уверенностью сказать, что Danger Kids дошли немного хуже, по-моему, чем Soul Thieves. Ой-ой-ой-ой-ой, Хартман умирает. Это у нас Каин. Он же Хуракан. Был ЧБ, я так понимаю. Пиздамес. Происходит полный пиздамес. Налево. Я так понимаю, он хочет сминуситься, чтобы дать команде Danger Kids уехать в лифте, но, скорее всего, один пушистик остается в живых, и ему прямо сейчас нужно нажимать кнопку лифта. ГГ. ГГВП. Что это вообще сейчас было, непонятно. Ну, очень интересно. Команда Danger Kicks просто потеряла концентрацию. Просто не понимала, что делать. Два минуса после паузы сразу же и... ГГВП. Перезанимка обычно замолвы словечко. Мне кажется, уже то... теперь им поздно звонить. Теперь понятно все же, почему звонили. Они предупреждали, хотели, наверное, предупредить о вот такой вот ситуации. Что может паузу сделать. А что с сервером? Сервер лег. Сервер упал. А, пауза нажалась, точно. Квежик же вышел. Боже, точно. А, где котишка в углу? Да я ее убрала, чтобы она не мешала. Не знаю, я так посмотрела прошлый стрим. Ну, она довольно-таки занимала много места на экране. Короче, ну ладно, пусть этот стрим будет без нее, а следующий я тогда включу ее. Коллапсу. Пусть сами решают. Так, интересная карта, но только, по-моему, своим началом. Большей части, потому что тут ханты могут быть. Хотя нет, вру, не только в начале. Тут ханты могут быть. Тут ханты могут быть. И тут ханты могут быть. Ну и тут ханты могут быть. Короче, довольно-таки высокий потолок для хантов. Карта с высоким потолком для хантов. Будет интересно посмотреть. Вот третий уже будет немного скучнее выглядеть. Кто готов? Ты кого спросил? Рейч квит. Ты танком готов есть что сыграть? Сыграешь нормально? Не, тут рейч квит, по-моему, должен быть у Danger Kids. Может. Учитывая тот факт, как-то они посыпались просто, как карточный домик после паузы. Потом танка может кто угодно брать? Ну да. Возьми танка тогда, ты Этернал. Он после тебя возьмет?
Да, но я надеюсь положить их на свою. Окей. Так, невероятные тактики от Хуракана положить сурвов на первом же танке. Интересная заявочка. Посмотрим на реализацию. Так, всё, но это ради... очень самоуверенно звучит. Смотря а еще где тут танки, конечно, будут. Баром, как дверь откроется, за блёк не надо сразу сдавать, лучше подожди. И вместо одного толстого... И вместо одного толстого возьмите какого-нибудь жоку лучше. Тут унести можно. Недалеко, конечно, но можно. Может хантом попробовать? Ну, можешь попробовать хантом. Сверху. Так, и... Ну, они отстрелят, мне кажется, ладно, похуй. Опять же, разговор зашел о хантах. Интересно, получится им капнуть или нет, или даже заминусить, может быть, посмотрим. Но мне кажется, у них ничего не получится вот здесь. Конечно, не в обиду Danger Kids. Или в ковтенке там. Чем больше планируешь, тем хуже получается, скажем так. Возьми чару лучше, я хотя отбой, отбой, отбой. Хант уже готовится, у нас новый лет. Как они выйдут, как они выйдут? Не раньше. Отлично, отлично прошли. Почти фулл составом. Один остался в убеге, двое снаружи, не под крышей, так сказать. Хант. Хант все еще готовится. Ну, неплохо, неплохо. Seven Thieves, господи, Soul Thieves у нас прошли эту атаку. Ну, Хант был, Хант, больше было разговоров, скажем так, к сожалению. Танк 46%, это кажется после выхода вот из этого здания, вот тут где-то на дороге. Кары на машину, либо на бачок. Зачем здесь чару на бачок, если они идут вообще в противоположной стороне этого бачка? Сейчас громом нужно максимально постараться унести назад сурвов и тянуть время тем самым. Хант прыгает у нас Каэн. Зачем? Он здесь, по-моему, не инкап нет. Здесь не очень высоко для инкапа того же. 4 дамага, зачем он брал здесь ханта? Папа бы о чем он говорил. Если там, кстати, инкапнули сурвов, но... Не имеет значения, они сейчас просто пройдут вперед. Гром не попадает. Вижу еще грома в респе, но постараются его отнести назад. Плохое место для респа, тут же... Все. Очень долго думали Danger Kids у нас и профукали, так сказать, свой шанс унести кого-то назад. Заходят Soul Thieves в здание. Бэнг-бэнг-бэнг, Soul Thieves в здание. Проходит вперед. По-моему, кажется, вообще похую, он просто идет вперед. Тут, кстати, хантом можно? А, ну да, тут хантом здесь можно, кстати, хантов не наблюдается. Просто Soul Thieves идут вперед. Без видимого дамага. Ждите пара на машину. Полученного. Go. Ханта ФК. Что-то мне это напоминает. Ну, это инкап. Пошла... Какая-то мини-атака у нас. Ханты летают у нас. Ханту бы сейчас попробовать... Ага, все, уже поздно. Ханту можно было попробовать прыгнуть там вот этот инкап, и тогда было бы минус. Но опять что-то он АФК стоял. Ты не попал! Ханты что-то вообще... У Danger Kids как-то по-пожилому прыгают. Как они будут подниматься? И Soul Thieves снова просто идут вперед. Да, они получают некоторый дамаг, но это их никак не стопит. Это никак не сянет время. Ебать, вылетели громы такие. Отлично, отлично. Вот это вот хорошая атака. Неплохая такая, но плевать под уже инкап было плохой затеей. Можно было плевать чуть дальше, вот под тех. Молодых. Вичка, Вичка. Можно попробовать убить Вичку, если у кого-то есть дробь? Она же стоящая. В чем проблема? Ханта. Ой-ой-ой, сейчас бы им ханта на минус. На выход, на выход. Полный, полный какой-то разлад в атаках, как будто Danger Kids. Вроде бы они собираются вроде бы вместе тащить, я вроде бы по одному. Готовится атака на поднятие.
Точнее, как готовиться, тут уже кто-то пришел наверх, и ему вообще буквально похую. Он просто слил эту атаку. Бома плева сейчас. Сейчас. На выходе заблю. Заблю в двоих. Они хотят будет сейчас. Я так понимаю, там наблюдался Хант, но его отстрелили, потому что у сурвов теперь калаши. Не калаши, прошу прощения, охотничьи. Винтовки у нас появляется танк. Танк Хайн. Подожгли канистру зачем-то. Непонятно зачем. А здесь можно отыграть довольно-таки душного танка. Очень душного танка можно отыграть. Хорошее место для лонгача. Ой, отлично, поймали с переднего. Ой-ой-ой-ой-ой. Как же ему сейчас повезло, что он не улетел на минус. Но он повис на пальме. Он должен встать вроде бы. Лол, что? Пончил просто повис на пальме. А танк тем временем просто пошел и раздал передним три инкапа. Солфит, ой, солфит, да, все правильно. Проблемы, поджигают танка. Хорошо, закинул молотов, Челикс. Пошел руками раздавать. Ах, ПТ тикает, ПТ тикает. Все, отлично, ушел снова. Наверх, не давая себя дамажить. Да, сейчас команде Софифс нужно рашить. Но это будет им очень тяжело сделать, потому что их опять зажимает танк, их дамажат. Больно, больно, больно. Это может быть, кстати, вайп сейчас. Трое на ногах, четверо на ногах уже, все, вайп отменяется. Отмена, отмена, отбой. Но он очень-очень неплохо здесь отыгрывает своего танка. И спасибо также саппорту. Ну и спасибо также растерянности Софис. Не знаю, они просто застряли вот в этом месте. Мне кажется, самый наилучший вариант здесь просто дать как бы себя пострелять. Ой, отлично, попадает камнем. Идем в этот... Хотя у него первый контроль, он может потянуть еще время. А, не там, но ему желательно умереть. Они просто сейчас зайдут в оружейную, да? В оружейный магазин. И второй танк появляется. Гугрок. Очень сильный один в команде Danger Kids теперь. А дальше, дальше, car moment, так сказать. Вот здесь довольно-таки сложно отыгрывать танка. Если ты не умеешь хотя бы крутить камни. Ну и... Ой-ой-ой-ой, Кайн сейчас просто умрет. Хорош, сливают танка первого. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у второго танка остается всего лишь половина. Не знаю, танк здесь ничего не сможет сделать. Вышел один. Ему можно по возможности там пойти что-то раздать и сразу же уйти и... умереть где-нибудь. Хотя какая, в принципе, ну, разница? Думаю, у Солфиса все шансы сейчас зайти до убеги. Ну, фар, ну зачем потому что скинули дроп с первого танка. Ладно. Да, все пошло не по плану. Как-то прямо все сначала шло хорошо для команды Danger Kids, а потом... А потом случился раш команды с Солфис и все. Ой-ой-ой-ой-ой. И Гугурок таким образом у нас рипается. ГГВП. Им нужно сейчас все. Скорее всего, Солфисы, не скорее всего, а 100% доходит до убеги. И сейчас, конечно, на ивенте что-то Danger Kids не придумают. Гугурок вообще растерялся, он не понял, что ему делать. Заходить, не заходить, кидать камень, его просто расстреляли. И все. Теперь посмотрим, что у нас будет здесь на лестнице. Уже ждет выжидающий танк. Я так понимаю, Кайн идет ловить потолок в этом месте, да? Я не понимаю, зачем здесь играть сейчас с хантами. Он уже три раза профукал свою возможность атаковать какими-то другими эффектами. Возможно, он бы тем самым принес больше команды, да больше пользы своей команде. Но он берет хантов, ладно. Видимо, у него какая-то тактика, может быть, пунктик. Делать инкап. Квежекс один остается, его никто не хватает. Он.
просто иду вперед. Внутри забрел делать. Такая у нас расстановочка сил. Сейчас будет атака на ивенте. Ну давайте. Заблев и оттачим, ребят. Видно, что теперь Danger Kids как бы не. Как бы было это. И грустно признавать, но Danger Kids стало немножко потяжелее без эрудита. Ну, такая что-то полурублевая атака, если честно сказать. Что-то как бы инкаб сделали, что-то заклевали, но ничего это толком не было. О, гром! Пожилой гром. Сбился у него руль, кажется. Ну и вообще ничего, никто не препятствует. Чел бежит с колы и целевает бумера. Что-то там. Ой, вот это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там так хорошо отстрелили, что Квежикса просто вывели из слизи. Все, он заливает колу. И все таким образом Soul Heavers проходит ивент без потерь, без видимого дамага, без опасных ситуаций. Danger Kids расклеились. Такая вот резкая смена настроения, Danger Kids расклеились. Ну и давайте, конечно, упомянем тот факт, что эта карта довольно-таки, кстати, сложная для заразы, потому что карта открыта, а стрелить довольно-таки легко. Ой-ой-ой-ой, гром что-то там уперся. Фармацевт сегодня вообще что-то с громами не везет. Летит. Бумер убивает у него, его один заблёк получается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, в принципе, с нынешним оружием сурвов. Тяжело, тяжело команде Danger Kids. И калаши, и авапки, и скауты, и вообще все, что хочешь. Это просто пох, ты играешь вторую карту центра. Хант что-то там резнулся, это опять коллапс. Что-то там хотел прыгнуть, но какая уже разница? Квежекс его тупо прикладит, падает в слизи. И таким образом Soul Heavers доходит в полном составе до убеги. Всем привет и теплые числи, привет, Элиас. Я проигрываю, знаю такой, иди в твой стрим в реках. Он давно звенит, колокольчик уже давно звенит. Ну так. Я вообще свой стрим, который была наша последняя игра, я забыла его открыть. То есть он был у меня только по ссылке доступен, а потом смотрю, почему так мало, ну, просмотров, почему так мало людей его, в принципе, смотрели, ну, онлайн-трансляция. Потом, блядь, смотрю, он только по ссылке был доступен. Класс поставил. Знакомьтесь, это мой рекламодатель. Я ему 50 рублей заплатила, чтобы он продвигал мой канал. Печально, печально немножечко такая вот ситуация для команды Danger Kids, но посмотрим, как они здесь отыграют. Посмотрим. Ой-ой-ой, рука хрустнула. Неприятно было. Чего? Say the cola to the safe room to get points. Now Hurtman has the cola. Что? Что? Конфиденциальная информация? Почему? Это же сразу видно. Вообще, а почему кола в убеге? Это зомбик утешитель не признал команде Danger Kids или чувака? Он уже намного лучше атака. Ой-о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 й. Сейчас Каин просто сгорит, по-моему. Невероятно сильно сгорит. А, хорошая атака, хорошая атака. Это команда Soul Heavers. Просто раскатали их громом. В принципе, так и нужно было отыгрывать.
Так и нужно было отыгрывать вот это место. Возле беги. Начинаю с немножечко некоторые обвинения в том, почему ты не отстрелил. Но какая уже разница, просто ребят нужно рашить. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас грома начнут уносить назад. Дейджер Кис просто сыпется. Капитан команды почему-то идет один впереди. Что происходит? Соберитесь. Происходит дезмораль. Если бы дезмораль была командой, и это Дейджер Кис. Полная растерянность происходит. Чекайте сзади. Пол на выходе уже. Ну, слава богу, они зашли в это здание и с богом идут дальше, господи. Possibility ready 1 hour, shit, I'm late. Yeah. You are late a little. Опа, Квешек спрыгает на коллапсах, Антон, хорош. Чищ, ультер мега хорош. И Кайна снова уносит вперед громом и накапывают его таким образом. Да, да. Очень-очень-очень-очень. На дезморали сейчас команда Dagger Kids. Блять, нужно собраться всеми силами. И Хан снова прыгает, отстреливает его. Хорошо, неплохо. Попить принесли. Попыт. Но гром так уносить далеко начали. Да вроде бы всегда так далеко уносили, но, кстати, принесли, да, что-то они прям так неплохо далеко стали уносить. Арена его знает. Они придумали давать Вирджила. Старый массакр, вредно. На 25 прыгнул. Сахар всем вредно нам. Ну... Пободрее атаки идут у команды Soul Kids, но это только, по-моему, благодаря тому, что Dagger Kids сейчас на морали. Ой, дизморали, господи, какой морали? Там битбой пытается поддержать как-то мораль. Потихонечку, помаленечку. Каин, отлично, Соло сливает Вичку и снова его уносит вперед одного. Я не знаю, где смысл его в действиях. Его уже третий раз уносит просто вперед. Ладно. Окей. Well. Через нас же секунду подруг тянуть. Для настроения, да. Жекей, Жекей сейчас будет ловить последнего. Отприкладывал его тренер. Но, в принципе, все равно его схватывает. Жока. Как же им неприятно. Как же мне приятно. Вообще, они так синхрон... Это, рассинхронно действуют. Полный рассинхрон у них. Кто-то впереди, кто-то сзади остается. И... Неприятная ситуация. О, почти гром хороший отнес вперед. Не получилось. Повезло на этот раз Каину. Был бы четвертый раз. Не, почему остается там сзади? Ему нужно было уже идти вперед. Все. Потихонечку, помаленечку идет вперед. Это, скорее всего, будет никак. Ханты есть, хантов нет, кстати говоря. Больно, больно. Вортек таки играет с белым носом. Вортек играет с белым нефильтрованным пон. По факту. Страйки, самый сильный игрок команды Soul Kids, берет он из танка. В принципе, правильное решение. Здесь танк довольно-таки решающий. Сервер упал? Не упал. Упал. Не упал. Упал. Упал все-таки, я помню. Ёб твою мать. Сервер упал. Поднимайте этого молодого. А, сервер не упал, это просто пинг поднялся. Ебать, у меня пинг 150 жизней, никогда такого не было. 10 крыт за инет не заплатили. Пон. Жесткий пон. Пиво на сервер пролили. Да, что-то зомбик там это. Реально пиво пролил на сервер. Ой. Пинку полная пизда.
Дудос. Кстати, давно дудосов не это не виделось на турнирах. Сука, лучше поделился. 5 молотков. Ну, блять, танку будет неприятно, но танк умный, он как-то там обойдет эти молотова или потушит его. О, привет, Акс. Хостинг недели уже под дудосом. Вот оно как. Вот оно чё, вот оно как. А как вообще, ведь хостинг так временами... Весь хостинг так временами зависает. Понятно, понятно. А я так понимаю, все средства против дудоса всё вообще никак не помогают, да? Вообще. На танк сейчас надо уходить вперед потихоньку. Нет никакой возможности это исправить. Тут молотов лежит прямо подо мной. Спереди возьмите его. Он еще не утонул в пустыне, да ты промимати. Ой, блин, Балумба. Просто типа светлую пену исполнился раб. Пользуясь случаем, передаю привет Мимате. Уважаемые клиенты, за последнюю неделю у нас обрушились очень мощные DDoS-атаки. Они иногда могут повлиять на доступность наших ресурсов. Мы бронизировали их и уже принимаем меры для предотвращения их влияния в будущем. Ну, в общем, понятно, остается просто ждать. Ждать устранения этой проблемы и... как-то так терпеть. Ну, в принципе, все. Чат забагался немножко. Немножечко отвисли. Все стало получше. Сервер вылечился на некоторое время. Подзолотали. Там умолили смотреть тебя песка. Вот сейчас снова эта пауза и вот эта DDoS-атака зарешает, мне кажется. И Дэнни Рипит, скорее всего, здесь файпнется. Поджигают танка. Два молотова в него полетели. Нужно тушить танка. Нужно его срочно душить. Угу. Тушить. Принц Персии и пути. Каин идет пушить с некоторыми своими тиммейтами. Они идут. Попытались его еще раз тушить. Господи. Что-то они пытаются его подпушить, но что-то как-то не идет. Ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, по-моему, это 4-й молотов, да, в них уже полетел. У него танка. Danger Kids нужно рашить. Ой-ой-ой, словил камень сейчас Ник. Нужно рашить. И этот камень сейчас тоже словит. Ай-яй-яй-яй-яй. Инкапает квежек с фармацевта. Ползи, ползи вперед, правильно делаешь. Блин, вот сейчас одна атака с громом и с плевой, и сурвы вот в этом месте сейчас просто лягут. Снова пауза, очередная пауза. Отлично. Сраку надо потолок брать. Да, все окей, вроде. Вот бы ковер у вас обмотать. Аладдин летучий. Блин, хорош. Вы что, стримера наводите? Тут кочурится, блин, с такими шутками. Это я просто волнуюсь, у меня голос дрожит так. Рабская ночь. Та-та-та-та-та-та-та-та. У меня подлагало, я думал, это типа оно у меня только. Казалось, у всех. Так, теперь у людей стало фризить, боже мой. Отожали паузу, слава тебе, Господи. Я так понимаю... А, перезаходить не будут, будут играть с фризами. Отлично, гром выносит назад. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень, очень, очень больно.
И еще камень в коллапса. Накушай, братик. Просто покушай. Еще молотов летит. Ай-яй-яй, рикошетит. Рикошетит о степку. Боже мой, не долетает до танка. Еще молотов. Еще у них остается один молотов у вот этого Элиса. Ой. Вот этот уносит вперед. Немножечко перевинем вот так вот камеру. Это может быть минус сейчас. Коллапс умирает. Так понимаю, он был ЧБ. Снова поджигают танка. Хорош. Остается у него 4000. Второй контроль. Умирает Гугарок. Больно. Больно. Как же команде Dagger Kids неприятно. Учитывая уже даже тот факт, что у него были ЧБ. И сейчас, кстати, появляется второй танк. Им нужно очень... Ой-ой-ой, стало снова лагать. Сейчас им нужно идти в это здание срочно. Там аптеки, хотя бы похилиться, хоть как-то продлить свое существование на этой карте. Почему не Кейна впереди? Непорядок, да. Я так понимаю, он уже учел свои ошибки и не идет один вперед, чтобы его... Что? Камень исчез в сурве. Ладно. Well. Бывает. Я не понимаю, что они медлят. Я понимаю, они пушат танк, пытаются его подпушить, но пока они будут его пушить, оттачит саппорт. Ой, это было четкое попадание сейчас Кайна. Второй танк. Да их сейчас просто раскатают. Их просто сейчас раскатают. Один лежит, один другой хромой тоже лежит, теперь другой хромой. Его просто сейчас не пустят пройти вперед. ГГ? А, сейчас еще есть возможность стать аптекой. Поднимайся, Девикс. Там Рошелька у нас бегает одна. Живее всех живых, это Каин, кстати говоря. Как иронично, всю карту его самым первым капали, да, там уносили вперед, и теперь он самым последним умрет здесь. ГГ. ГГ. Хорошо отыгранный танк. К сожалению... Дудосные атаки тоже зарешали, имеют свое место здесь, в данной игре, имеют свой результат, последствия. Таким образом, они легли, не дойдя даже до ивента. Печальная, печальная ситуация. Отрыв 400 очков. Ну ладно, даже не в 400, ну в 500, ну ладно, в 400, скажем так, плюс-минус. Арабские атаки, да. Ого, мой ранг теперь 0 из 7000. И начинается самая скучная карта после еще болотной лихорадки. Мне кажется, рестарт сервера здесь не поможет. Придется, просто придется подстроиться под эти дудосные атаки. Ну, так сказать, это... Такие вот условия не от нас зависящие. Пиджик соло. Так, теперь я худ, наверное, посветлее сделаю. Ой. Не настолько. Да балумба. Так вообще очень темно, да? Ну да, там вообще не видно, типа. Пон. Тогда я, наверное, ставлю... Вот так и ставлю, да. Так, все этот... Трабл сабует Флора. Хилься, да, блин, меня заразили. Все сначала было в порядке, а потом я просыпаюсь в один день с болью в горле и с таким общим домоганием. Офигенно, блин, самое время
Ахаха, пусть зомби Торин ты выключит, что? Кек. Чебурашка, кто-то качает твой симка. Боже мой. Да, может быть... Меня слышно? Алло. Теперь да. Окей. Я, короче, чат не могу писать. Мут вернулся. Пока люди стоят АФК, давайте, может быть, я музычку включу. Тут либо перенос, либо подождать. Ну, я думаю, переноса здесь уже не будет. Будут ждать. Уже отыграно больше половины карты, так сказать бы. Мне кажется, я вот этой песней вообще весь Дискорд задолбала. Нам не так понравилось. Спасибо Дизайру. Дай бог ему здоровочка за эту песню. Блять, они уже и начали, сука. Я только песню включила. Да что ж такое, а? Чё, мы сейчас отдачим или чё? Ладно, пусть она доиграет. Водка горл, прикольный. Начинается какая-то мини-атака. Ну такая она себе, даже не увезли вот сюда громом. Не заплевали. Ну что-то покнули до джиркицы и все, блин. Без видимого дамага. Без видимого урона. Потом коллапс. Сливают бумера сверху и просто идут вперед. Карта плохая, почти атачи здесь негде. Легко для суров. Просто идти вперед. Атачи почти негде. Кстати, здесь у нас шприцы. Калитесь, братья, кто хочет. Ой-ой-ой-ой-ой. Они со спасами, да, по-моему? Да, они там со спасами ебашат, со скарами. Перенос это не дело. Так. Сейчас, да, последнее слово за капитаном Soul Thieves. Будет ли перенос? А то реально тринж какой-то. Все, я так понимаю, блин, лол. Играли-играли, все, перенос. Attention! Получается. ПГ мы проебали. как-то так. Блять, даже ГГ не могу написать. Ну, все получается. Поиграли мы с вами турнир.
Ну, сейчас там будет водка. Сейчас. Останусь в меню, чтобы ее послушать. I'm sorry, I am just a simple Russian girl. I've got vodka in my blood, so I dance with brown legs, and my soul is stone of gold. So I dance with brown legs, and my soul is stone of gold. Now you know, it is common to forget about the law, when especially you love it so like a day. Drive your man so you could rob a bank. I am just a simple Russian girl. I've got vodka in my blood, so I dance with brown bags, and my soul is gone apart. So I dance with brown bags, and my soul is gone apart. Let me go, I won't ever try to do this anymore. If you let, I'll kiss you in your cheeks three times. This is a tradition, don't you be surprised. Oh, you were just a simple Russian girl. I've got vodka in my blood, so I dance with brown bags, and my soul is gone apart. Oh, I dance with brown bags, and my soul is gone apart. Точно можно выходить, завершать стрим. Все, всем спасибо. Ждем доигровки. До скорых встреч.